кухне, как в книге. Вот это самое, лежаки. Лежаки, я слышу шум фонтана, как мне кажется. Там был фонтан, только не знаю, действующий он или не действующий. Тут еще была такая прекрасная статуя, и там была видна надпись по-российски, но она была стучена, бо это ж парк повстал. И некоторые статуи имеют уже понад 100 лет, глубоко понад 100 лет. И надписи позбивали. Ну, не умудрено это не кому-то, это просто фигура была какой-то там. Вот. Да, видишь. Ну, то, напевно, неплатный, не? Неплатный. Бесплатные, мои. Ну, лежаки эти. Вот, видишь. А, оно там, если по низу пошли, вот там-то и скульптура. Ну да добро. Вот, слышишь, фонтан. Сейчас пойдем посмотрим на фонтан, потом пойдем сюда. Ты можешь не смотреть. Я говорю, мошка мне залетела. Мошка залетела. Много болтает. Хотя. Ну, вообще-то, чем это хороша лестница, я же видел тут один, да, наверху видел съемки когда-то в одном году, и внизу, и кто-то шел, пара шла, типа, свадьба или что, знаешь, дети, такие вот, а потом тут встретились, слышу, по-русски говорят, может, тут какие-нибудь даже, ну, где украинцы, или кто там снимали свой фильм, вот там, сейчас мы туда пойдем. Ты не представляешь, Леня, сколько украинок выходила замуж за поляков? Нет, они шли, это снимались тут, понимаешь? Я просто говорю, я была в амбассаде Украины. Добрый, честно. И они с маленькими детьми пришли. Кит, добрый, я не хочу то у себя на фильме. Вот, видишь? И вот, идем, спустимся, потом пройдем там. Давай руку, не ленись. Потом, вон мы тут вряд ли еще пойдем, когда столько мест еще посетить. Вот, и вот тут, если идти, вот то самое, вот там есть, видишь, памятник, это я когда делал фильм, это минерам, там погибло при освобождении Польши где-то 200 или 300 человек, минеров разминировали Польшу. И в итоге погибло 200 или 300 там, и вот там памятник, ты минер, добрый, ты. Добрый, мы отойдем тут. Ну и, видишь, обязательно там надо пойти. Сейчас попадешь, вот тут идет. И вот это тянется через там еще парк такой небольшой, да? Аж тянется до самой Вислы. Это, ну вот, надо сделать. Белее каких-то канадских поляков, вот эта скульптура, хрен знает какая. Но идем дальше. Бокс. Ну вот так вот. Есть тут где отдохнуть, посидеть в этом парке. Далее. Ну, понимаешь, вот если тут пойдешь, то тогда надо через дорогу переходить. А так, если пойдешь поверху, то перейдешь через такой же мостик, как тот. И заодно вот эти камни, выставку камней. Да когда-то меня погнали, бо там к съемке идет. Я пришел камни поснимать. Ну да ладно. Трудно.
Да, тут есть, конечно, пленеры, не? Там внизу, если представь. Есть что поснимать на этих, на этой лестнице. Она как-то называется. Кстати, я долго искал, искал. Так и не нашел название. Сейчас идем, идем за мной. Слышишь, ты иди вот так выходи, а я иду около плоска, там встретимся, бо я хочу камни поснимать. А ты иди так. Вот. Вот такая вот. Тут соответствующий музей. Мне это не интересует. Это мое право. Вот смотри, какие тут камни. Видишь? Давай я тебя около него сниму. Слушай, Китя, давай не будешь. Все, фильм идет. Все. Смотри, какие камни, они каждый имеет. Там будут такие рельефы. Смотри. Смотри, какой классный камушек. То есть... Слышишь, так это музей земли. Да я вем, ну, то что это, там в шотку, а вот тут, тут есть такие, видишь, барди. Сараймы тут. О, вот тен, тен. Зараз я покажу зубач. Вот на этом камне, вот сейчас с той стороны, видишь, тут такой рельеф геологичный, природный. То не есть кто-то, а такое ощущение, особенно с там той стороны, зубач. Во. Видишь? И вот то есть природное, может то якесь земля, бо шиско, то есть скаменяла земля. И станет тут зробить зденьте на фоне. Так да, близко не подходи, стой тут. Ну добро. Зеспол природничий краєобразовий правом храненный. Ну, відомо. А тут що? Я такого каменя щось не видел, вам чесно. Цікавий. Страшно цікавий. Музеум земли польский, варшавский. Слушай, вот тут эти, сейчас мы пойдем туда, там такой вид. Сейчас только глянем. 100 лет уже не смотрелся.
Нет, песик рассердился, что его снимают. Я его не снимал, но помыслил же, он ест. Вот я помылил ту дорогу с этим мостом. Ну тут видишь, мост прямой, а там был такой, да, горбатый. Вон прудик, куда мы идем сейчас, а потом по низу и... 166, до нашей Кирёвской. Ну, нам он не пасует. Там пусть и далеко есть до... До Кирёвской доедем. Чтобы не ехать электричкой. Вот это музей. Нет, я не хочу тут ехать. Самая соль, вот эта часть. Самая соль. Вон там, да? Ну, вот, видишь. Вот можно было, вот если конкретно в этот парк приезжаешь на пляц, спускаешься и... Ну, все надо это... Вот этот выжовец новый. Новый выжовец. Мне главное сохранить, чтобы я мог пруд снять красивый. Наверное, выключу. Пошли. Там. Ну, власне я хочу около него посидеть и пофотографировать. Идем, идем, смело. Там есть сходки. Идем, прошу тебя, идем. Я ж тут не раз ходил. Я на этом озере был два раза. Власник был, когда оно было чистое. И был, когда оно было вот такое засыпанное. Я, по-моему, тебе говорил это. Ну, а потом... Ладно, пока я дальше не отвлекаю. Смотри, видишь, та Элиза Ожешкова, тут два идентичных бюста. Чуть-чуть неудобно пройдешь, надеюсь. Сейчас все будет окей, идем.